Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Свиноматка. Еще одна свиноматка. Опоросилась. 10 поросяток у нее. Буквально 2 дня тому назад опоросилась эта свинка. 6 поросяток. Сегодня ночью опоросилась вот это 10. Думаю, мы будем по перекидку опять делать. Разгрузим ее немного. В общем, вот такие у меня радостные новости. Потому что она худенькая такая у меня была. Трошки она такая. Короче, самая лучшая свиноматка в хозяйстве. Всегда десяток поросят от него всегда есть. Тут, конечно, они, может, покрупнее. Ну, молодец, домашка у меня. Просто супер свинка. Так. Причем при всем помогать не надо, помощи ни от кого не ждет, не просит. Хозяин утром пришел, поросятки бегают. Сама их обтерла, помыла, все сделала, молодец. Ну это тоже в принципе кабанчиков. Сейчас воду пьем. Старая уже стала, да? Надо чи выше поднять. В общем, у меня эта неделя наполнена радостными событиями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.